Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана по итогам его визита в Зимбабве. Во время поездки прошли переговоры с руководством страны, председателем Резервного банка, а также ведущими министрами. Как был проинформирован глава государства, в ходе визита стороны обсудили направление совместной работы, достигнуты соглашения о создании предприятий, подписаны контракты на поставки техники почти на 60 миллионов долларов. На рабочей встрече речь также шла о новых перспективных направлениях работы управления делами президента. Это касается переработки и производства сельхозпродукции, сферы информационных технологий. Рост товарооборота Минской области и Швеции по итогам января-июля составил почти 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно во время встречи чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Беларуси с председателем Минобл-исполкома. Активизировалось сотрудничество в сфере туризма и промышленности, в частности, в деревообработке. Во время визита в Минскую область Кристина Йоханнессон посетит ряд предприятий, что может открыть новое направление сотрудничества и расширить взаимодействие в экономической и гуманитарной сферах. Циклон Фабьен принес в Беларуси первые заморозки. Синоптики прогнозируют ночью до минус 3. Также на ближайшие сутки Белгидромет объявил штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными. Из-за порывов ветра возможны падения деревьев.